Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автоаварии с наибольшим материальным ущербом на российских дорогах устраивают водители-мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Исследование провела одна из известных отечественных страховых компаний. Также в черный список попали женщины, которым исполнилось 50 и более лет. А вот дамы в возрасте от 40 до 50 лет оказались наименее проблемными. Если они и устраивают ДТП, то в основном с незначительными повреждениями. Трасса 101. Россиян предупреждают об участившихся случаях мошенничества с получением водительского удостоверения. Соответствующее предложение злоумышленники рассылают в соцсетях и мессенджерах. Иногда они представляются сотрудниками ГИБДД. Схема проста – развести клиента хотя бы на предоплату, а затем исчезнуть с деньгами. Кстати, уголовная ответственность предусмотрена как за изготовление, так и за использование поддельных водительских прав. Трасса 101. «АвтоВАЗ» начнет серийный выпуск электромобилей через 6-7 лет. Об этом заявил президент предприятия Николя Мор. Еще совсем недавно, в прошлом году, представитель тольяттинского завода говорил, что сейчас массово делать электрокары смысла нет, так как спрос на них незначительный. Действительно, в этом году наши соотечественники приобрели около 1000 новых зеленых авто, хотя спрос на них растет. Трасса 101. В России, возможно, будут продаваться легковые автомобили из Ирана. Компания «Хорда» заявила о планах вывести на наш рынок три модели – «Румна», «Дена» и «Тара». Они представляют собой перелицованную продукцию Peugeot. Выглядят машины, честно говоря, не очень. Как заявили специалисты, они напоминают ранние модели китайского автопрома. Но, может быть, шкурка и стоит выделки, если цены на иранские легковушки окажутся ниже стоимости «Лады». Трасса 101. Ульяновский автозавод к своему 80-летию собирается представить новый внедорожник. Это должно произойти в начале сентября. Что будет представлять собой машина, держится в секрете. Возможно, это будет так называемый «Русский Прадо», следующее поколение «УАЗ Патриот». Как сообщалось ранее, автомобиль, в частности, отличает рамная конструкция. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Ахакирова. До свидания. Трасса 101.